Всем здравствуйте, меня зовут Татьяна. Сейчас вместе с вами рассмотрим мой заказ по декабрьскому каталогу 2021 года Avon. Это у меня второй заказ. Примерно на 8000 он мне вышел по базе для расчета скидки. Тут есть и постельные принадлежности, и парфюм, и товары по акциям. Давайте все рассмотрим. Ну, раз уж стоит у нас комплект постельного белья, давайте начнем и с него. Комплект постельного белья для мальчиков с Мстителями Марвел. Вот. Он так выглядит в каталоге. Страница 218. 1699 рублей. И всего лишь туда входит один пододеяльник. И наволочка одна. Наволочка 70 на 50 сантиметров. Пододеяльник 215 на 145. Но уж больно захотелось ребенка порадовать моей приятельнице, внука своего, именно вот этим комплектом. Потому что нравится ему этот фильм, мультфильм. Сделан в России комплект. Ивановская область. Параметры, заявленные в каталоге, совпадают. Материал 100% хлопок для детей от 3 лет. Дата изготовления 12 месяц 2020 года. То есть уже давненько изготовлен. Ну, я бы сказала, что цена все-таки дороговата для комплекта, в котором даже нету простыни. Но все равно я предупредила, потому что иногда невнимательно смотрят, что нет простынки, и отдельно заказать ее нет возможности, вот как в других комплектах. Но сказали, нет, хочу порадовать ребенка. Все. Бязь, кстати, написана набивная. Комплект постельного белья. С вашего позволения не буду открывать, иначе вот здесь вот такая вот более плотненькая наклеечка. Все-таки на подарок. Боюсь, что уже потом будет неаккуратно сложен. Но вот визуально могу сказать, что плотная ткань. Я думаю, что качество будет хорошее. И не разочарует приятельницу. Из текстиля. Давайте продолжим. Еще заказала два таких полотенчика. Хочу порадовать своего сына и его девушку. Для сыночка и для его девушки. Для сыночка с собачкой, для девушки с котиком. Кстати, сказать, у них собачка есть дома и котик. Поэтому... Но это мы можем, я думаю, открыть, посмотреть. Мне самой любопытно, есть ли возможность как-то открыть аккуратненько. Кстати, пакетик полностью запаянный. А нет, обманываю вас. Сейчас откроем, посмотрим. Вот какой. Мне нравится, что 50 на 80. То есть у них полотенчики есть 50 на 70. Вот они как-то даже куцеватые. Вот этого кусочка и не хватает. А здесь, смотрите, хорошо набитое. С этой стороны темно-розовое. Ой, ну, красивый, конечно, полотенчик. Я сама бы таким с удовольствием пользовалась. Материал 100% хлопок. Так. Сложим. Посмотрим с собачкой. Потом в каталоге посмотрим, как выглядит описание.
Так, потом все аккуратненько сложим. Все равно стирать перед применением. Ну, упаковано обычно пакетик. Вполне обычно все. Все, вот видите, указание Avon. Сделано в России. В какой России? Пока не вижу производителя. Нет, Наро-Фоминск. Московская область, город Наро-Фоминск. Полотенце махровое, пестрое, детское, 50 на 80 для мальчика. Давайте его тоже посмотрим. Так, пакетик в стороночку. Мягенькие. И это еще до стирки. Это может их постирать, можно с кондиционером. Запаха противного никакого нету. Стардог. Вот. При искусственном освещении снимаю вот поярче. Все-таки более темно-синий цвет. А вот планеты и буквы более оранжевые. Тут желтые прям показывает. На самом деле они оранжевые. Вот в какие-то моменты вот даже совпадает, что оранжевый. Собачка у нас. Ну, хорошие полотенчики. Я думаю, что для молодых людей 20-21 года все это будет хорошо для них, мило и понравится. Такие вот полотенчики. Сейчас посмотрим их цену. Они, по-моему, стоили, первоначальная цена их, сейчас посмотрим в каталоге, вот на странице 296, это вот раздел для мальчика, здесь полотенце 549 рублей. Девчачье полотенце с котиком, также 549 рублей на соседней страничке. Еще очень красивые пледы у них здесь. Тоже мягенькие, я думаю, приятные. По 899 рублей пледы будут. Но плед я еще не заказывала. Вот, предлагала своей приятельнице вот такой все-таки рассмотреть. Вместе с простынкой можно было простынку отдельно купить. Но нет, сказали, хотим мстителей. Ну что же, мстители так мстители. Дальше продолжим. Что мне еще было? Давайте из больших банок, чтобы потом у нас парфюм не загромождать. Такой набор заказали. Маска для волос увлажняющая с маслом авокадо и шампунь для волос. То есть это вот комплект для ухода за волосами. Насколько я делаю выводы из заказов, что вот серия с авокадо очень все-таки нравится людям. Берут и по уходу за телом, вот по уходу за волосами. Все-таки они любят такие средства. Сейчас я вам поставлю, выставлю, и потом мы посмотрим по ценам. Вот такие наборы заказали. Мыло и крем для рук с экстрактом чайного дерева. Второй наборчик. Мыло. И крем для рук, крем с маслом макадами и мыло с маслом макадами. Два таких наборчика. Я так понимаю, готовится все равно к Новому году. Такие вот сувенирчики будут идти на подарки для коллег. Еще такой набор заказали. С маслом кокосом. Шампунь и бальзам. Ополаскиватель для волос. Все по 400 миллилитров. Очень выгодно. Хорошо пахнет. В принципе, бюджетный, хороший уход за волосами. Сюда поставим. Так, ну давайте посмотрим по ценам. Сколько же у нас эти наборы стоили? Стоили, насколько я помню, они недорого. Кстати, давайте сюда же поставим гели мужские. Гели
по-моему, этот 160, вот этот 159 релакс-терапия, который берут, ну, просто вот на всю семью, насколько я знаю, вот этот красный, что вот подходит всей семье, пользуется спросом. Этот с ароматом мандарины и черной амбры, шампунь-гель для душа. Ну, 159 или 160 рублей. Хорошие цены, я вам скажу, на гели. Люди берут, закупаются, пользуются предложениями. Значит, вот масочка для волос и увлажняющий с маслом авокадо-шампунь. 409 рублей. Огромная банка. Надолго хватит. Вот, поставили. Это на страничке 281. Здесь же рядышком набор за 289. Это вот бальзам ополаскиватель для волос и шампунь с кокосом. 289 рублей. Прекрасно. Дальше посмотрим. Для рук. Наборчики по уходу за руками, в которые входит мыло жидкое и крем для рук. На странице 272. Нет, подождите, тут разворот идет. 270. Вот эти наборы. Оба по 199 рублей. Вот прекрасные наборчики. Я думаю, что как раз я даже знаю, кому их собрались дарить. Дальше. Так, там мы все посмотрели цены. Такой гель купили еще по уходу за собой любимый. Смягчающий без одушек. Все-таки насколько мы разные девушки. Вот даже вот в таких вот вещах все-таки разные предпочтения у всех. Кто без одушек, то все-таки нужно с ромашкой. Кому гель, кому такое средство кремообразное. Ну, вообще, все средства прекрасные, все гипоаллергенные. Так что смело можно брать, можно подобрать, что комфортней и лучше в уходе. И надолго хватает. Я прекрасно это средство переношу. Много уже лет пользуюсь им. Даже могу им умываться. Потому что рассчитано все-таки pH на слизистые и совершенно не жжет, не раздражает. И по секрету скажу, да, использую для умывания. Прекрасно смывает даже тушь с глаз. Не раздражает, не щиплет. Так что пользуйтесь ноу-хау. Многие мои знакомые также используют для разных своих участков тела. И никаких раздражений, ни покраснений, не щиплет, не пересушивает. Так что попробуйте. Кто особенно вот любит пользоваться гелями для умывания, тот вот в принципе оценит, что вот такой вот два в одном можно получить эффект. По-моему, 135 рублей стоит средство для гигиены. Что еще интересного? Давайте, знаете что, раз посмотрим акцию нашу любимую. В первой своей посылочке я получила, опять же, кто не в курсе, давайте скажем, что нужно набрать товаров на 1000 рублей. И можно купить какой-либо из представленных акционных товаров за символическую сумму. То, что она символическая, все-таки посмотрим, да, что парфюмерная вода Eve Embrace 199, заявлена Her Story 179 рублей. Но вот в прошлом моем заказе все пришло именно как заявлено. Две водички Embrace и Her Story одна. В этот раз я также заказала воду туалетную. Одну такую, одну хистори. И решила взять подушечки для пилинга Энди. Потому что они классные. Но не тут-то было. Что же я получила все-таки? Да, я получила все три приза, но совершенно все разные.
Давайте посмотрим, что мне пришло вместо заявленного. Вместо Eve Embrace мне положили Neroli Iris от Falling in Love with Neroli and Iris. Я вам скажу, что я даже рада, потому что это вкусный аромат, мне он нравится, и у меня неоднократно клиенты покупали именно эту парфюмерную воду. И она, я вам скажу, стоит от 1000 рублей. Может быть, здесь какие-то будут сейчас акции новогодние. Как-то не прослеживала еще, сколько же будет цены на такие водички. Но то, что это дорогостоящая парфюмерная вода, это 100%. И она найдет своего хозяина. Если не найдется покупатель, значит, я использую ее для себя. Так я говорю весело, потому что, в принципе, все эти товары заказывали не клиенты, а заказывала я. Поэтому мне не придется объясняться, почему не то получили, почему замена. Вот. Я даже рада, потому что такие у меня уже есть водички. История у меня парочка есть. Neroli. Вот теперь Neroli. Так что прекрасно. Плюс, даже если клиенты, все-таки предупреждайте, что, ну, даже вот здесь вот написано, что акционные товары могут закончиться, то есть вообще мы можем ничего не получить. Извините, закончился на складе, нам напишут. Или же могут заменить на равноценный. Поэтому это вот такая вот возможная викторина. Что же ты получишь? Так, давайте посмотрим дальше. Сейчас я, наверное, вот так вот полотенчик положу, чтобы повыше ставить. Вот. Место Hill Story за 179 рублей я получила вот такую водичку. First Date. Турецкая роза. Вот я, честно говоря, не помню ее аромат. Если у меня пробник, но я закажу пробник и сама попробую аромат. Посмотрю, может, даже у меня в моей коллекции пробников есть аромат. Наверное, есть, скорее всего. Парфюмерная вода. Давайте посмотрим, что-то я не посмотрела. Если я рассмотрю срок годности, пожелательно. Те водички, которые приходили вот первый раз по акции, прекрасный срок годности был. По-моему, что ж тут? По-моему, 21 год, насколько я рассмотрела. Эти водички, да, они не дешевые. Поэтому, если вы не на продажу, вот иногда как бы хочется немножечко подзаработать, поэтому покупаешь, клиент заказал вроде такую воду, и заказываешь, и ждешь именно, например, Eve Embrace, но приходит замена, да, тогда разочарование. А когда все-таки вот так вот, в какой-то мере, скажем, все равно тебе, лишь бы был хороший продукт, качественный, 21 год, отлично. Я очень рада, потому что хорошие воды и не дешевые. Так, и что же вместо маски? Так, вместо, извините, не маски, а вместо подушечек для пилинга вот как раз-таки положили маску. Маска, гель для кожи. Нет. Не то смотрю. Маска-пленка для лица, подтягивающая от Avon. Ну, вот это, скорее всего, пойдет на подарок. Потому что вот маски-пленки я не люблю. У меня кожа такая, все-таки она более склонна к сухости. И мне вот эти маски-пленочки, они, ну, настолько некомфортные на лице. Когда я особенно их снимаю, такое ощущение, что тянут кожу. Она у меня и так не пористая. То есть мне как бы особо-то там вытягивать из нее нечего. И просто она дополнительно высушивает. Ну, я знаю, что это очень хорошая маска.
очень качественная. Поэтому это подарок очень даже замечательный будет. Даже для определенного человека, скорее всего, я ее вложу к Новому году. Способ применения. Смотрите во вкладыше. То есть все зафольгировано. Все свеженькое. Ну, хотя я, конечно же, ждала подушечки для пилинга. Я бы с удовольствием их сейчас вот использовала. Но я думаю, надо мне в сусеках поискать. Скорее всего, у меня есть эти подушечки. И я не останусь без того продукта, который мне был более нужен. Давайте посмотрим дальше. Еще есть заказик у меня на парфюмерный набор Avon Cherish на странице 33. 999 рублей стоит. Так, вот. Входит вода. Все упаковано, все целенько. Что меня радует в этот раз, что ничего не мятое, не разодранное. Водичка. 50 миллилитров. Как же поставить так, чтобы что-то видно. Потом входит водичка 10 миллилитров с распылителем. И сюда входит еще дезодорант. Шариковый дезодорант. Ну, тоже прекрасный такой вот наборчик собирается. Еще сказала. Гулять-то гулять, сказала коллега по работе. И решила, что ей нужно еще наборчик парфюмерный. Вот такой. На страничке 4. Eve Truffe. Аромат со свежей ноты бутона черной смородины. Так, да. Подчеркнет женственность и мягкость. Цветочно-древесный аромат. Магнетит, бутон черной смородины, розовая фрезия и кедр. Такой наборчик. Как хорошо, как раз вот есть хорошие цены на то, что я люблю. Давай заказывай. Ну, давай. Вот. Здесь уже входит у нас 30 миллилитров парфюмерная вода и 10 миллилитров. Так что знакомая будет довольна, что все есть в наличии. Что еще заказали? Заказали вот такой уход за кожей. Еще одна моя приятельница. Плюс сначала посмотрели цены, что-то дороговатые. Та же сыворотка с экстрактом, с концентратом гиалурона стоила 800 рублей в каталоге. С ретинолом уже не припомню, сколько стоило. Сказала, подождем скидок. Но я хорошенечко посмотрела. И что же мы нашли? Мы нашли вот в такой вот брошюрки 100 идей для подарков. Цены уже более хорошие на эти сыворотки. Она мне сначала спрашивала сыворотку с гиалуроновой кислотой. Вот, а когда я ей прислала вот такой вот скриншот такого альбомчика, где написано, что сыворотка уход стоит 649 вместо 800. Сказал, давай. И плюс она увидела на этой же страничке с ретинолом сыворотку корректор морщин. И сказала, а давай-ка ты мне две. Вот, пожалуйста. И две я и заказала. И моя приятельница счастлива, и я счастлива, что у меня хороший заказик набрался. Вот наборчик собрался. Дальше посмотрим то, что мне не понравилось, то, что я буду возвращать. Это вот такая вот штучка. Как-то я почему-то ожидала другого, потом сегодня посмотрела, после того, как получила, и поняла, что мне не нравится штука. Ну, не стоит она своих денег, вот стоит она, скажем, 60 рублей, вот на мой взгляд. Вот такая штучка, еще все какая-то все помятая, но настолько примитивная, ну просто вот какая-то вот гэшка. Вот я так
назову ее. Просто какая-то фигня. Ну, не может она стоить даже со скидкой, что там 250 рублей примерно. Ну, разве можно вот такие вещи продавать вот все-таки за такие деньги? Я даже не знаю, может, в фикс-прайсе за 59 рублей можно купить такого... Ой, извините, чуть не сказала. В общем, Гэшка. Гэшку ж можно говорить, да? На всю страну. Вообще, ну что это? Нет, я вот эту штучку буду возвращать. Может, кому-то это и понравится, но нет, совершенно. Вообще, вот, ну что это? Какая-то вот проволочка обмотана ленточкой. Все какое-то вот кривенькое, какое-то все убогенькое. Что-то все вот это какое-то позамялось. Все торчит куда-то. Загибается. И вот эти вот какие-то вот овечьи какие-то шарики висят. Нет, девочки, не берите. Кто хотел себя порадовать, вы себя не порадуете совершенно. Это просто убожество. Так что это брать нельзя. Сейчас даже посмотрю, может быть, в каталоге вам найду. Ну да, вот в каталоге вот так вот выглядит. Вот. Ну, как-то, не знаю, мне почему-то казалось, что это будет более мило смотреться. Но это смотрится не мило. Это смотрится убого. Так что не берем. На 191 странице вот такую штучку мы не берем. Все, и я, естественно, верну ее. Заказали еще вот такие вот крема для рук. В этом каталоге они дороговаты. 90 рублей. Но все-таки поклонники вот этого прекрасного аромата. Аромат действительно чудесный. Вот ягодный аромат. Пахнет хорошо. И на руках приятно. И вот на работе начинаешь руки мазать таким кремом. И все начинают принюхиваться. Откуда так вкусненько пахнет? Вот откуда. Поэтому приятель сказал, давай. Хочу. Пожалуйста, завтра получит свой кремок. С удовольствием будет им пользоваться. Другая приятница заказала 3 штуки с маслом кокоса. Прекрасно увлажняет, питает для сухой, очень сухой кожи. Сейчас он в таком дизайне новогоднем. Такие приятные кремки. Эти стоили 69 рублей. 75 миллилитров. Хорошие кремочки. Помогут ухаживать за руками. Кто не против кокосового аромата, потому что пахнет кокосиком, вполне себе, ну, достаточно такой ощутимый аромат. Заказали вот такой еще пробник суперстойкого крема. Хороший крем, пользуюсь им с удовольствием. Надо только быстро его наносить, потому что он все-таки схватывается. Но держится прекрасно, кожица не лоснится. Поэтому я советую. Отличные крема. Еще один карандашик тоже часто заказывают. Это сумеречный блеск или что-то в этом, или сумеречный свет. Что-то в этом роде. Он почти черный получается. Давайте посмотрим, потому что это моя прям ближайшая подружка. Она разрешает мне, если что-то я показываю на камеру, разрешает продемонстрировать. Вот, видите, небольшой такой оттеночек дает, и небольшой шиммер такой вот, деликатный, красивый карандашик. Поэтому... можно брать смело, особенно у кого. Да, в принципе, под любой цвет глаз подойдет. Мои приятельницы глазки голубые. У нее вообще смотрится сногсшибательно. Я как обладательница карих глаз, конечно, всегда завидую голубоглазым. Мне кажется, что это гораздо красивее смотрится, глазки такие. Так что такой карандашик пойдет моей голубоглазой приятельнице. Пусть с удовольствием пользуется таким замечательным карандашиком.
Сейчас я, наверное, буду долго его искать, не буду показывать. Все уже знают такие карандаши. Около 200 рублей он стоил. Поэтому можно брать, с удовольствием носить такие карандашки. Кажется, я все рассказала по подарочкам, по таким прекрасным полотенчикам. Ну, замечательно. Посмотрите, какой цвет. Вот что можно брать, это полотенце. Это прямо с удовольствием. И на подарки хорошо. И потом будет напоминать радостно о вас. Кому вы подарите, с удовольствием будут использовать их. Так что всем спасибо за просмотр. Всем удачных покупок. Пока-пока.